Всем привет! Случилось с вами такое, что вы берете посуду, как-то неловко поворачиваетесь и разбиваете ее, а потом говорите себе: «А, на счастье, как на свадьбе». Традиция бить посуду идет с давних времен. Когда-то перед новобрачными вынимали большой глиняный горшок прямо из огня, разбивали его и говорили: «Сколько кусочков, столько и сыночков». Ну что, тарелки-то теперь у меня нет, так что я еду в деревню Верхние Таволги. Там находится гончарная мастерская, где я буду лепить новую. Также меня ждет познавательная экскурсия и мастер-класс. Еще в моем маршруте значится старообрядческое село Быньги и дом кузнеца Кириллова в Кунаре. Отправляемся за новыми впечатлениями. План выходного дня – это реалити-гид по местам и городам Уральского региона, которые стоят того, чтобы потратить на их посещение свободный день. В конце нашего путешествия мы оценим его по следующим параметрам. Первый – насколько было интересно. Второй – финансовая привлекательность или насколько велики были затраты. И, наконец, третий – географическая доступность. Деревня Верхние Таволги находится в 105 километрах от Екатеринбурга. Можно доехать на электричке или автобусе до города Невьянска, от него на рейсовом автобусе до деревни. На дорогу уйдет около 2 часов. На автомобиле выезжаем на Серовский тракт и двигаемся через Невьянск и Быньги. На машине я доехала до места за 1,5 часа. Верхние Таволги сегодня известны как один из центров туризма Свердловской области. Я приятно удивилась, увидев указатели «Гончарной мастерской» на английском языке. Основанная в конце 17 века раскольниками-скитниками, ставших основателями таволжских семей, это поселение в течение 3 веков было одним из оплотов уральского старообрядчества. Деревни Верхние и Нижние Таволги известны благодаря производству керамических изделий. Гончарным промыслом здесь занялись давно. До революции действовало несколько десятков гончарных мастерских. Таволжская керамика – крупнейшее предприятие народных художественных промыслов Среднего Урала. Оно выпускает сувениры, горшки, вазы, посуду. Здесь устраивают экскурсии и мастер-классы для туристов. В деревне Нижние Таволги, что в 2 километрах, находится еще одна гончарная мастерская – семейная. В какие именно Таволги ехать – решать вам. Мой выбор пал на Верхние. Глина переносилась в мастерскую, раскладывалась на пол, поливалась водой, и много-много часов подряд по ней ходили ногами, пятками. Что с ней делали? Спрессовывали. Мяли, она так и называлась, подпятной глиной. После этого вот этот труд сейчас заменяет электрическая глиномялка. Ну, раньше все делалось вручную, так вот руками из глины выхлопывался воздух. И мастер садился за гончарный станок. Вот перед вами гончарный станок, точно такой же, какой он был 300 лет назад. Вот сюда поднимайтесь. Или обе ноги на ту площадку перешагиваете. Вот, раз, два. Садитесь. Так, садитесь ровно напротив круга. Правую ногу опускайте вниз. Правую ногу? Да. Вот это колесо называется маховик. Маховик. Вперед его толкайте. Все, пошел пальцем. Вот такие вот горшочки. Вот какой звук у сухого. А этот не сухой? А это обожженный. А это просто сухой. А, то есть его не обожгли? Да. А этот обожгли? Да. Сумел? Ну вот, я вам рассказал, как наши деды работали. Теперь я вам расскажу и покажу, чем здесь мы занимаемся. Мы ее называем стеклом. Это действительно стекло, обратите внимание. Называются они уралитовые шары. Отсюда название шарование мельница. Угу. Вот эти шары, это стекло за 20 часов в воде перетирают в пыль. Мы потом увидим.
Ну, вам, к вам вернее, как давний вопрос. Желательно, чтобы паузы не было между вопросами и ответами. Для чего изделие глазурью покрывать? Для красоты. Конечно, вы же любите внимание, чтобы все было. Со мной все прилагать. Возле каждого стола, смотрите, в бочках налита жидкая глина. Вот эта глина наливается вовнутрь формы. Любой. До самого верху. И все это должно стоять 20 минут. За это время гипс себя впитывает влагу, у него такие свойства. И видите, происходит постепенное наслоение глины на стенку внутри формы. Через 20 минут лишняя глина выливается назад в бочку, и форма убирается на стол до следующего дня. В тот же самый день изделие с формы не достать, оно будет сырым. А на следующий день разъединяется половина, и достается вот такая вазочка. У нас она называется фиалка. Ну, фиалка маленький цветочек. Да, изделие сырое. 28% у нас идет у сушки глины. Приготовлены фигурки. Вы сейчас выбираете любую фигурку, какая понравится вам, и берете ножичек, выбираете. Так, а вот это какое-то животное? Это собачка. Собачка. Берете в руки. Беру. Берете ножичек. Любой, да? Любой, какой понравится. Так. Вот так вот соскабливаете. Не срезаете, а соскабливаете, чтобы шва не было. Вот. Как хочется. Как хотите. Вот это ваша фантазия. Как бы мы ничего не навязываем. В верхних таволгах открыт гостевой дом, где вы сможете отведать традиционной исконно русской пищи, попариться в бане, поиграть в бильярд и переночевать. В общем, провести день с удовольствием. Вместо тарелки я сделала себе вот такого славного радужного разноцветного пса. Он займет почетное место на полке у меня дома и будет напоминать об этой замечательной поездке. А дальше я отправляюсь в старообрядческое село Быньги. Надеюсь, что там будет не менее интересно. Расстояние от гончарной мастерской до села Быньги – 6,5 километров. Быньги являются старинным старообрядческим селом, появившимся приблизительно во второй половине 17 века. Но официальной датой рождения села считается 1718 год, когда Демидов основал Быньговский железоделательный завод. Тут, на заводе в устье реки Быньги, при соединении с речкой Нейвой, изготавливалось железо из чугуна, который поставлялся с Петрокаменского и Невьянского заводов. Здесь выпускали полосовое, листовое и дощатое железо. По истечении полувека предприятием завладел Савва Яковлев. Быньговский завод продолжал свою работу до 1863 года. Потом его закрыли в связи с нерентабельностью. Сложилось, что самым приметным в маленьких населенных пунктах становится, как правило, церкви. И здесь такая же история. Две достопримечательности в селе Быньги – это Свято-Николаевский храм и Казанская церковь. Собственно, она перед нами.
достаточно красивое строение. Синие купола, красный кирпич. Благоустроено все. Осмотрев Казанскую церковь, я спешу к Свято-Николаевскому храму. Это сооружение является одним из самых старинных каменных храмов на Урале, который построили еще в конце 18 века. Никольская церковь больше всего удивляет своей архитектурой. То ли барокко, то ли классицизм, то ли византийский стиль конца 18 века. Вторая достопримечательность села Быньги – Свято-Николаевский храм. С ним связана одна легенда. Когда умер владелец железоделательных заводов Сава Яковлев, между его наследниками начались распри, сыновья пытались поделить имущество. И один из них, Петр Савич, дал обещание, что если ему достанутся Невьянские заводы, то он построит храм невиданной красоты. И когда желание его сбылось, он клятву сдержал, отдал приказ своему управляющему отлить в Быньгах церковь, ничего не жалеть, чтобы все дивились этакой красоте. Не думал, не гадал Петр Савич, что через 200 лет программа «План выходного дня» приедет сюда и тоже будет любоваться этим творением. Еще других к этому призывать. Посмотрите, действительно очень красивое строение, несмотря на то, что оно не новое, но виден масштаб. Еще одна уникальная особенность этой церкви – это то, что на ней есть часы. Вот вы часто видели церкви с часами? Я лично первый раз. И по реальному времени отстают всего лишь на час. По зимнему работают просто. Горнозаводской Урал 18 века был одним из крупнейших старообрядческих анклавов в России. Село Быньги, где я сейчас нахожусь, было не что иное, как старообрядческая слобода при Невьянске, тогдашней столице горнозаводского Урала. Между прочим, в селе Таволги, где я только что была в гончарной мастерской, до сих пор находится старообрядческий храм, куда приходят люди этой веры. Когда-то давно, в 1650-х годах, при правлении царя Алексея Михайловича, при участии патриарха Никона, были проведены церковные реформы. Не все русские приняли эти нововведения, и произошел раскол русской церкви. Те, кто не принял новые порядки, раскольники или иначе старообрядцы, были вынуждены уходить от жестоких наказаний подальше от Москвы. Так на Урал стекались приверженцы старой веры. Очевидно, чтобы было жить веселее в нашем климате, кузнец Сергей Иванович Кириллов построил в деревушке Кунари невероятной красоты дом. Я видела фотографии, он настолько яркий, позитивный и веселый, что я решила, это стоит того, чтобы проехать еще 20 километров. Работа над этим домом началась в 1954 году, а закончена в 1967, в канун 50-летия революции. Это чудное строение украшают трогательные надписи «Летите, голуби, летите, для вас нигде преграды нет. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мир».
К сожалению, на улице смеркается, и красоту этого замечательного дома видно не в полной мере. Но зато я слышу, что там очень весело, играет Владимирский централ, ветер северный. Вообще, я поражена, сколько у нас в России талантливых людей, талантливых по-своему. Этот дом в 1999 году признали лучшим в России. Он победил во всероссийском конкурсе самодеятельного деревянного зодчества. На этой радостной ноте я с вами прощаюсь. Смотрите наши новые выпуски и обязательно путешествуйте, ведь мы снимаем нашу программу «План выходного дня», чтобы вы проводили время активно. Пока! Разложим мое путешествие по полочкам с цифрами. Первый параметр, насколько было интересно. 7 из 10. Изюм моей поездки – это, конечно, гончарная мастерская. Время, проведенное в ней, и было самым интересным. Церкви в селе Быньги и необычный дом в Кунаре стоит посетить как дополнение к маршруту. Второй параметр – финансовая привлекательность. Снова 7 из 10. На бензин ушло около 500 рублей. Экскурсия в мастерской обойдется в 200-300 рублей, все зависит от количества человек в группе. Обед в кафе 250 рублей. Итого я потратила около 1000 рублей. Третий параметр – географическая доступность. 8 из 10. 105 километров – вполне приемлемое расстояние для маршрута выходного дня. Дорога неплохая, найти мастерскую не составит труда. Ну а церкви видно еще задолго до въезда в Быньги. Поездка к гончарам – хороший вариант для переменчивой осенней погоды, поскольку экскурсия проходит в закрытом помещении и внезапный дождик не станет для вас помехой. В следующем выпуске я продолжу исследовать Невьянские земли. Меня ждет окутанная легендами и загадками наклонная Невьянская башня. До новых встреч! План выходного дня – это социальный проект, пропагандирующий уральский туризм. Мы надеемся, что после просмотра программы телезрителям захочется самим съездить посмотреть достопримечательности Урала. Если вы разделяете наши стремления, приглашаем стать спонсором наших последующих выпусков. Кроме того, поддерживая социальный проект, вы создаете положительный имидж и для вашей компании. Дорогие телезрители, если вы хотели бы посмотреть выпуск телепроекта «План выходного дня» о каком-то конкретном месте, или же недавно где-то побывали и желаете, чтобы об увиденном вами узнали другие, пишите нам на почту в город.е@mail.ru. В теме письма укажите «План выходного дня». Оставляйте свои заявки, и мы с удовольствием расскажем о новых достопримечательностях в одном из следующих выпусков.